Вот уже больше 10 лет в Бердске обновляется доска почета. Каждый год на ней размещают имена и фотографии людей, которые трудятся на благо родного города и прославляют его. Мы стремимся к развитию. Это характер бердчан, характер наших горожан. И не зря он считается городом спортивным. Вот эта духовность, сила, воли, духа и стремление быть первым двигает всегда развитие города. Есть выражение такое: город живет, если в городе хоть один башенный кран крутится и работает. Слава Богу, у нас не один башенный кран крутится и работает. Индустрия строительства позволяет говорить о том, что город привлекательный, потому что с каждым годом вот квадратного метра жилья больше. Но оно сам по себе ничего не происходит, потому что это делаете вы, люди, жители города. Я хочу, пользуясь случаем, выразить слова признательности, уважения, любви к вам. Будьте счастливы. Берегите и любите город. И сегодня я обратился к молодежи с теми же словами. Бывает порой сложнее сохранить, чем построить. Задача перед молодежи – сохранить и приумножить те традиции, ту летопись города, которую создали вы, создали ваши предки. С праздником вас! Очень ценно, что центром сердца являются люди. Это жители города Бердска. Поэтому я еще раз хочу, дорогие коллеги, дорогие друзья, земляки, поздравить вас с днем рождения, пожелать в первую очередь здоровья, здоровья вам, вашим близким. В этом году награждение прошло в новом формате. Учредили номинации, в которых объединили представителей разных сфер. Бердчанам свидетельство о занесении на доску почета вручили в номинациях «Мастер золотые руки», «Верность призванию», «Сердце отдаю детям». Татьяна Иванникова больше 30 лет трудится в городской больнице. Ее имя на доске почета – это заслуга всего коллектива, говорит женщина. И все вот эти подарки, все это поздравление я отношу к своему коллективу. И, ну, как, я думаю, что, наверное, если бы не было их, и меня бы, наверное, не было. Коллективам вручили свидетельство в номинации «Коллектив славных трудовых традиций». Наша школа в этом году отмечает 30 лет со дня ее основания, поэтому, ну, чувствую огромный опыт за плечами. Конечно же, очень много планов на будущее, но, тем не менее, эмоции все равно переполняют. Всего на доске почета имена и фотографии 24 бердчан и 8 коллективов. Полный перечень можно будет посмотреть на нашем сайте tvk.tv.